печенье по-сербски. Это вот так. Слушайте. Вот это есть печенье. Или печенье. Если у вас есть желание и возможность поддержать канал, то сделать это можно, воспользовавшись QR-кодом или пройдя по ссылке в описании. Спасибо, и мы начинаем. Привет, друзья! Привет вам, уважаемые зрители программы «Диктор делает». Я буду говорить тихо, потому что здесь много народу, все кушают, отдыхают. Мы находимся в Западной Сербии, в одном местечке. Это не важно в каком, главное где. Это такая таверна, которая специализируется на мясе. Либо ягнятина, либо поросятина. Сегодня нам повезло, мы посмотрим вместе с вами, как готовят в Сербии поросенка. Друзья, если вы путешествуете на машине по Сербии, обратите внимание на этот вид отдыха. Рядом с дорогой всегда вы найдете замечательную таверну. Там можно здорово отдохнуть и попробовать то, что вы никогда в своей жизни не пробовали. Есть такая игра слов интересная. Печенье. Сейчас мы будем есть с вами печенье. Печенье? Печенье, точнее, да? Пишется как печенье на русский лад, а звучит как печень. Печенье – это печеный поросенок, ну или ягненок. Это очень вкусно. Я сейчас все покажу. Кафана называется «Кот Белок». По-русски немножко грубовато, наверное. Знаете, такой сленг, такой какой-то дворовый, да, у белого. Ну, вкусно. Вот здесь дорога, здесь кафе. Здесь много дыма, и этот дым здесь не случайен, смотрите. Здесь выпекаются поросятина. Это называется печенье. Вот об этом я вам сегодня расскажу. Сербское печенье – это мясо на вертеле или в большой печи. Обычно запекается целиком поросенок или барашек. Это 100% сербский специалитет. Печенье всегда присутствует на праздничном столе у сербов, особенно во время больших праздников, например, на Рождество или Пасху. Основное мясо в составе большинства блюд – свинина. Реже говядина, но тут также готовят и баранину, и даже курицу. А как понять, что поросенок уже готов? Что с ним должно произойти? Но нужно достаточно хорошо его испечь, и он тогда станет таким золотистым, и вот даже косточки начнут сами отходить от него. Вот тогда он полностью готов. Меня зовут Дарко Вуйчич. Я хозяин ресторана «У Белого» на Бане в Руйце. Нашему ресторану уже больше 40 лет. В основном мы занимаемся приготовлением баранины и свинины. Делаем печени. Отличная работа, спасибо. Я прошу прощения у вегетарианцев. Ребята, извините, но это реалии сербской жизни. Здесь к вегетарианцам относятся не очень здорово. Здесь любят поесть мясо. Мясо обязательно должно быть свежее. Это мясо чистое. Оно в Сербии очень дорого делать гормонально накачанное мясо. Здесь экономят силы и такой ерундой не занимаются. Мясо чистое, что поросятина, что ягнятина. И вот если вы найдете хорошую таверну вот такую, то обязательно сможете попробовать настоящее печенье. Это такой семейный бизнес рядом с дорогой. И вот здесь дорога, она не сильно оживленная, но рядышком есть кафе. И ты, когда едешь на машине, видишь, что здесь что-то печется. Обязательно остановись и попробуй. Там можно выбрать места, присесть. Там внизу течет какая-то речка. Рядом холмы, леса. Все красиво. И для туриста, который мчится на машине, это замечательный вариант отдохнуть и наконец-то попробовать настоящее сербское кушанье. Мясо в Сербии – это отдельная религия, которую необходимо прочувствовать и попробовать на вкус. Для мясоеда Сербия – настоящий рай на земле. Вегетарианцам тут будет туго. Не потому, что все вокруг едят мясо в больших количествах, а просто найти национальное блюдо без мяса очень сложно. Кстати, я видел, в России немного по-другому запекают. Они разворачивают тушу, да? Да. И тот, и другой способы хороши, но по сути одинаковы. Кстати, если вы хотите отведать печенье, вам нужно искать рестораны с названием «Печеняра».
Вот где настоящая игра слов. И да, не путать ее с пекарой. Печеняра – это мясо на вертеле, а пекара – это булочная. И то, и другое вкусно, но суть, конечно, разная. Итак, заказ. Малая плесковица, одна картошка, капустный салат, два лютых перчика, салат из огурцов, 600 граммов свинины и пиво «Валивское». Ты теперь будешь телезвездой в Москве. Сербы любят есть печенье на все праздники. Юбилеи, свадьбы, дни рождения детей и так далее. Они к конкретной дате заказывают целиком поросенка. Им его привозят прямо с вертела, горячим. Мясо в Сербии – это целая национальная идея. Попробуйте все блюда сербской кухни. Не отказывайте себе в удовольствии. Тут все вкусно и аппетитно. Да и не забудьте про гигантские порции мяса. Те, кто был в Сербии, знают, о чем я. Полкило заказали, да? Как я уже сказал, нашему ресторанчику больше 40 лет. Только я здесь работаю уже 11 лет, продолжая нашу семейную династию. У нас здесь печенье, свинина и баранина, шашлыки, мясо на огне, разные супы, чорба, салаты и тому подобное. Да, салаты и все такое. А что люди в Сербии любят больше всего? Ну, из мяса. Как я сказал, барашка и свинина. Поэтому и готовим для них много такого мяса. Такие вот предпочтения у людей здесь, в Западной Сербии. А вот на юге все больше баранину. Кстати, как и Новая Зеландия, к примеру, стойко держит мировое первенство по поголовью крупного рогатого скота на душу населения, так, вероятно, и Сербия по поголовью свиней. Во всяком случае, сербы питают к этому дородному животному самую трогательную привязанность, особенно когда оно послушно поворачивается на вертеле, покрываясь румяной корочкой и исходя аппетитным жирком. Так, здесь нам заказали килограмм, а вот еще второй заказ – 300 граммов. Так и сделаем. Печеная свинья целиком, от пятачка до хвостика, это не просто непременный атрибут каждой правильной сербской тусовки, собравшейся по поводу или без, но и своего рода показатель благосостояния и щедрости. Радушный сербский хозяин почует своих гостей этим важнейшим национальным блюдом. Вот это ваш заказ, а это Дарка вам сделал подарок. Это свинья и барашек. Спасибо большое. Печенье выглядит именно так. Вот именно так и никак иначе. Это такие кусочки поросеночка. Видите? Вот они. Вот такие. Вы берете вот такой к себе кусочек и наслаждаетесь этой жизнью. Серби это любят. Еще что-то приехало?
Корочка хрустящая. Если вы не едите мясо, простите, но если едите, то обратите внимание, мягчайшее мясо. Кстати, в России как-то не принято есть свинину. Все считают, что это грязное мясо. В Сербии свинина – это мясо культовое, ее и едят везде. Вот мы забрались в Западную Сербию, и здесь популярно и ягнятина, и свинина. Вот смотрите, мне шеф-повар наш сделал комплимент, Дарко. Вот это специально для меня сделали баранину. А вот это свинина. Это очень вкусно. Косточки прямо отпрыгивают сами. Невероятно. Хочу вам также показать еще одно блюдо, которое я обожаю в Сербии. Это культовая вещь. Это перцы. Это такое острое, такая закусочка. Они маринованные. Они по вкусу просто великолепны. Вот так устроен по-простому сербский стол. Обязательно салат капустный. Купус, да? Это просто свежая капуста, которая немножечко с уксусом. Валевское пиво. Очень неплохое, кстати, пиво. Местное, сербское. Вот есть, конечно, в жизни такие вот удовольствия, ребята. Сербские. Это перец с чесночком. Такой прикопченый чуть-чуть. А потом практически мгновенно вот эту штучку. Супер. Вот так выглядит сербский обед в сербском ресторане в погожий летний денек. А это сербский хлеб. Эти булочки пекутся прямо здесь. Смотрите. Его не обязательно есть. Можно просто разломить и нюхать. Но лучше съесть. Друзья, теперь вы знаете, как можно, остановившись в небольшой таверне, насладиться очень вкусной сербской едой. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем выпуске. Я надеюсь, что отсюда, из Сербии. От братского народа Сербии вам большой в моем лице привет. Пока, ребята.